Так, вчера я вам не заснула завтрак, дорогие зрители. Всем привет, мы на канале Камила и Каролина. Так, сейчас я вам покажу завтрак. Вчера батарея разрядилась, я не успела этого сделать. Пока людей мало. Сейчас мы посмотрим, чем тут нас на завтрак будут кормить сегодня. Йогурты разные, оливки, изюмы, зелень тут, помидорчики, салатики, огурчики, тут сладости, кто утром любит сладенького, дынь, банан и вся прочая красота. Так, что тут у нас? Изюмы, лукумы, вафли, хлопья разные, вкусняшки разные, тут опять лукумы, палочки. Тут всякие джемы, то, что любят. Так, здесь молочное, здесь омлетики, колбаски, сосисочки, яйца. Вот, запеченное. На улице. Подожди, сначала надо поесть чего-то основного. Здесь выпечка света. Все вкусняшки. Здесь свежевыжатые соки. Сейчас тоже себе надо выжать, попить. Пойдем дальше, немножко покажу вам. Тут хлебобулочные изделия. Здесь глазунья, фри, пасенки разные. Здесь шоколад, кто любит шоколад, можно насыпать ложками и есть. Так, здесь везде соки свежевыжатые делают, чтобы не было очереди. Ну, здесь кофе, напиточки разные. Ну, как-то так, вот такой завтрак, не очень, конечно, обширный. Ну, это завтрак, ни обед, ни ужин. Все, пока-пока. Пошла сок себе делать.